Наурыз – культурный код народного единства. Исследование, концепция, практика. Международная научно-практическая конференция с таким названием прошла сегодня в Евразийском национальном университете имени Гумилева. Участники встречи – ученые, эксперты из Казахстана, Ирана и Турции. Они рассказали о древних культурных традициях и особенностях празднования Дня весеннего равноденствия. Речь также шла о современных ценностях и нравственном значении праздника с многовековой историей, а также его роли в укреплении единства народа. От всей души поздравляю казахстанцев с Наурызом. В Иране он начинается 21 марта и отмечается в течение 13 дней. На 13-й день мы выходим на природу на церемонию под названием Сиздах-Бедар. В праздновании Великого дня Улуса у Казахстана с Ираном есть много общего. У нас тоже готовят 7 разных блюд для праздничного стола под названием Хафт-Син.